челик рядом со мной прям. Да, ну он кого? Тут есть вот. Там чел один в помойке, да, по-моему, падает? Димон, заберешь нас? Заберу. Да? Нет, могу. Там один на военку на лонге летел, он сейчас нас может принять вообще всех, если что-то найдет сколько. А вон еще двое летят. Летят они, летят. Но они уже подлетают. О, со склада начнем. Мама. Да ё. Конечно. Но они первые. Да хрен у них и казармы упали же. Они не в казармы, вот в этот бокс упали, радиовышку эту или как она там называется. А, да? Да. Один точно был. У меня их калаш. О, лад. У меня граната. Бегает. Слышите, да, его? Да-да-да, на зеленой точке. Где склад там? Да. А где второй, интересно? Шлема нету. Босс, нам нет во вторых. Тихо, чел, посуди. Иди, я тебе шлем дам. Есть? Не знаю. Ты двоих убил, да? Да, бежит. Тихо. Тебя ничего нету, блин? Дайте звук, тихо. Все, убил. Я уже на подходе был хлоповать. Приятного лутинга. Ну да. Спасибо, босс. Я пошел в сторону казаров сразу. Золотая тихо, я, кстати, не чекал там первые два трупа. Ты троих или четверых убил? Четверых. Там получается, который в помойку падал, это вообще какой-то левый чел. Ой, блин, я же должен был крысить. А, что-то не получилось, сори. Вышел из роли опять. Случайно. СКС есть. На мне тоже СКС. У меня есть уже СКС. Тебе нужна легкая ручка эта? Да. Так, ну сейчас же, наверное, могут пусичи прийти с этих день там помочь. Могут. Каких могут прийти? С помоек этих. Вряд ли, конечно, они придут в эту сторону. Или там какой-то сольник, получается, вообще падал. Нам надо побыстрее и валить в этот взор. Шесть икс могу кому-нибудь дать. Я бы взял на СКС-ку. Пара-па-парам. Пара-пара-пара-парам. Где тот шедевральный золотой скин на СКС? Какой? У меня никогда не было золотого скина на СКС. Ну, только такой. Который золотой, такой типа деревянно-золотой, у меня его не было. Подсечка нужна? Нет. Че вообще за бомж лупит?
военный. У меня до сих пор 0 аптек. А вот и первая аптека. Взлетки, что-то не видно транспорт. Так у нас же вазик. Третий броник. На метке, на крыше. Окей. Через правый мост поехать. Там никого вроде не падало. Так этот даже видос по отдельным видосам, по-моему, даже эта катка вырезана. Вроде бы. Надо, да, через правый ехать. Тут вазик есть. Около аптеки. Легкая ручка еще нужна? Да, 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 да. И прицел я так и на СКС-ку не нашел. Кто-то вроде обещал. Ну на, 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 иди сюда. И? Наныл. Я бы наберил обвесики. Че, давайте валить отсюда. Погнали. Жопа на эмку нужна кому-то? Я поехал. Разведчик. Я разведчик тупо. Чекайте, кто сейчас опять первый откиснет. Потом мне будут в чате писать. Привет. Опять первый снова. Очень люблю твои стримы. Удачной катки. Ирам, привет. Привет. Спасибо тебе большое. Спасибо. Очень приятно. Догоняете? Мы вазик перевернули. Хорошо, что у нас их три было. Я под тут подожду вас чуть-чуть. Не хочу опять сдохнуть первый. В кабинете Сталина, короче, подожду вас.
Блин. Мотик слева от нас где-то едет. 285. Да. Прям рядом. Димон, принимай. Они уехали. Ой, нормально, так по хребтине настрелял. Так кто стреляет? Они в кипе внизу, по-моему. Где они? Внизу в кемпе, нет? Да, да, еще, да. Еще сзади, еще сзади что-то едет. Баги. СВ где-то. Налево поехали. Это не кемп, по-моему. А, кемп. Баги нокнул. Баги нокнул. Да. Я, короче, лево кручу их. Надеюсь, не сдохну сейчас опять. Можно поточнее, где они? Да где-то в кемпе, я не знаю, я ниже. Может, зонку пойдем налево? Вижу одного. Дожрал одного. Это я еду, если чё. Ну, поджимаюсь к кемпу потихоньку. Они где-то справа от кемпа, походу, да? Не видно. Да, за забором, за двухэтажку. Я поджался. Да блин, долбаная красная зона, как ты вовремя. Ты мурашек ни хрена не слышать. Я сзади тебя, Димон, смотрю, не вижу пока ничего. Они, походу, в дом, походу, зашли. Да, возможно. Лишь бы скинул. Все. Кончились. 6x есть тут. Дайте обвесы на берил. Дайте шапку. Интересного. А где еще челики? Босс, а где еще одного? За забором. Он там, короче, около дороги валяется. На точке еще один. Вон, норил вот эту. Куда двигаем? Зон. Так, что у нас? На ноге. Одна тачка у нас, да, только? Может, на ноге? А, не, вон еще. А что, на ноге нету? Да, я не знаю, что на ноге двигается. Гоу какой-нибудь на картофан заедем, займем его. Сюда? Ну, на метку, да. Не-не-не, на картошку, вот, на однерку. Можно даже забуститься перед этим делом. Героически не погибнуть. Пустимся. Ну чё, кто первый едет? Да поехали. Сейчас я Димку пропущу вперед. Да я поехал.
подожди, там нету вот машины, дверь всего, да? Какие-то остановки они там опять. Я сейчас так точно там один сдохну. Подожди нас. Что, прям супер сильно не рисковать, можем здесь вот подождать, сейчас зона уже сойдется скоро. Посмотрим, куда она сойдется, и потом уже заедем. Эх, Мавруша, Мавруша. Да, го заедем-то. Можно даже посмотреть с горы, типа, почекать. Занято там, не занято. Я думаю, надо просто заехать и все. На хари. Короче, ты решил лицом прочекать. Да. Фак. Слева где-то там шмаляют. О, рядом глуша где-то. У нас соседи, по-моему. Не, это вроде на горе. Тут МК-416, кстати, лежит. Это через реку, по-моему, где-то. Там стреляют вроде как. Надуло, если найдете что-нибудь, дайте знать, пожалуйста. Угу. Или каску вторую. Это кто? Соседи. Да люди-то рядом. Ну-ка, Нори, сядь сюда. В этой игре вообще возможно подсадки сделать? Вот сюда сядь. Давай, да. Если не сложно, распишись на стенке в ВК https двоеточие слэш ВК точка чем слэш 456491702. Сейчас погодите. Это у меня почти получилось. А, не, вот тут, так встань. Просто вот. Я с бортика тебе на голову прыгну. Сейчас я сдохну, за тебя чувствую. Не, не паркурит. Не паркурит, да? Так, вот же на... Так. Ну так умеешь? Так умею. Так, говорит, умею. Что-то едет. На пулю встречаем? Нет, они уезжают. Еще УАЗик там дальше, может. Ну и короче, в этот кемп поехали. Банда байкеров каких-то. Не, не получается. Что получится? Крутой. По-любому должен быть какой-то способ залезть на крышу этого гаража. На дверь нас сначала прыгни. Попробуй на дверь прыгнуть. Опачки, по мне где-то рядом стреляется. А когда эти с кем? Коряк. Колеса. Тачку нам руинят. Да херня.
Где-где? Там же. Они в красном? Ой, зона, конечно, интересная. А на стачке совсем убиты? Одна целая. Садите стачку, поехали в школу, поехали в школу. Просто в школу влетим. Есть челики вроде. Ну, пьем. А, нормально, я ФК встал. Я в Стиве. Заползи куда-нибудь. Встал, карту открыл, мне прилетело через какие-то щели вообще непонятные. Блин, шлем нужен. Есть где-то шлем? Тоже нужен. В соседнем домике есть. Ай, бред. Вот шлем первый. Димон, на первом этаже. Или кому-то mm-hmm. еще надо было. Да-да-да, возьму сейчас. Откуда он меня вообще убил? Что-то какие-то, блин... Через решетку, через забор, через окно, через дерево. И там супер-мегапиксель какой-то. У них дом-то тоже не в зоне. А, вижу, он за забором стоит. Меня пасет уже. Ну и там тоже в жопе, да. Видите его? На втором. Что делаем? Поехали, поехали куда-то. Фак, давайте уже резнемся и поедем. Давай, валик. Можно в общагу тогда заехать, в принципе. Первый. У нас еще мотоцикл в гараже стоит. Его забрали уже. А, забрали? Ага. Давайте ко мне быстрее, прыгайте, зона пошла. Погнали, погнали. Все, они на мотик сели. Так, я не знаю, даже, наверное, в школу сложно будет, там забор не даст запушить. Или... В красный можно, вот, ближайший. Можно, можно красный, да. Школа, да. Первая каска здесь. Вот, нет. Крыша или окно? Не знаю, что такое сейчас. Не вижу школу. Не понимаю, откуда они стреляли. А, вижу. Актовый зал. Что-то едет. Левая. УАЗик едет. Они в общагу едут. Блин, сейчас ее отдадим. Там же, там же. Они куда-то уехали далеко. Ой, зона ушла. Здорово, Бумс. Подскажи по поводу ушей своих точкой, я купил такие же. Стоит звуковая. Проблема в том, что звук перезарядки, клацанье гранаты слишком громкий. Ты как чел вообще, кстати, не пикал, если чё. Что за грена там справа? Пацаны, погнали в школу, потому что я смоки раздал нам. Надо сейчас пушить обязательно. Этот хмырь пасёт. Нокнул, побежали. Их там не так много, иначе они бы туннелили жестко нас. Возможно, двое всего их. В акты вы не залезайте, убьют. Там в актовом человеке. Он их. Красава. Зачем мы нужны тебе? Так побегать просто. За компанию чисто. Типы, быстрая метка. На 10 нам бежит. На 10. Убили. А на общагах кто-то был? Надо общаги закрывать. Или там никого не было? Общаги вроде мимо уехали. Челика этого убили. Опачки. Там еще один, еще один.
Где? За деревом? Да. Я, короче, общаги закрываю. Он перебежал левее. Давай. На холме челик. А, гора, да. Спускается вниз. Нет, общак никого, короче. Так, я пошел, наверное, басик займу. Хорош. Убил этот, с горы спускался. Там еще есть. Блин, лишь бы в басике никто не крысил. И что такое? Че грена была, обед? А? Чел в поле фишный бежит. Забором. Вы его нокнули или что? Я не понял, как он живет? А в ему голову дал. Надо сесть вообще четко, у нас басик в зоне. Мне хешки закидывают. Под забором иди. А где у именно? Будки. Ребят, у будки. У будки. Все, убил. Хорош, в смоках у нас минимум двое. По нам стреляют. Там в говно вообще АВМщик. Челик через смоки бежит. Сейчас выйдет. Из левого смока у ближнего окна. Вам надо ко мне, зона идет. Все, все. Мы там засиделись совсем. Эти сдохли все. Где-то ласт остался, но так. Вижу его. Поле на пинге. С хитом. Понял, че, звонил. Он за деревом или где? Тут у меня где-то. Ну подожди, давай все вчетвером. Он тупо лежит где-то. Убил. Хорошо, Макс. Все живы-здоровы, главное, до топчика. Нормуль. Красиво. Спасибо, Булс. Ребята, спасибо. Прожимайте топчики. Фу, топчики. Лайкосики. Слились, тупо. Поэтому надо еще одну. Не, все, куда. Ладно, все, пока. Спасибо. Давай, спасибо. Давайте, давайте. Хорошего вечера. Давайте, счастливо.